Натали, что происходит? Что происходит? Сегодня у нас 30 августа 2019 года, предпоследний день лета. Так вот, мы с Антоном просто решили наверстать упущенное, как поехать на море, как отдохнуть, как накупаться. И вот после работы, если без 15, без 10-6, мы готовы выдвигаться. Помчали! На Кубани и такую красоту наблюдаем, вы даже не представляете. На мой взгляд, это самое красивое время на стыке лета и осени. Мы едем по своей уже традиции на Бугасскую косу просто проваляться, отлежаться, попытаться запечатлеть это лето и любуемся вот этими закатами последних дней лета, сухих полей, желтых, оранжевых. И еще очень, кстати, зеленых лесополос. Просто впечатляюще красиво. Вчерашних офисов, утро субботы, мы наконец-то проснулись на Бугасской косе. Изначально мы заснули не в палатке, а постелили себе матрасик на улице, чтобы любоваться звездным небом. Буквально здесь в пару метрах вот мы расположились, но уже ветрено, море не кипяток, уже прохладненькое. Вот, и мы с морем мы пока что на вы. Перебрались в палатку, где уже больше дреманули, поспали. И я такой думаю, так рано вставать нельзя, смотрю солнце. Наташа говорит, без 15:09. Ой-ой-ой.